Вы сейчас видите, как растет лук репчатый. Для нашего изделия нам понадобится цветонос лука. Цветоносная стрелка. На украинском языке называется цибух. Для нашего изделия не подойдет в качестве исходного материала лук-порей. У него цветонос имеет очень тоненькую стенку. И наш инструмент, свисток с пением птиц, из него не получится. Берем утолщенную его часть. Вырезаем. Затем разрезаем ее с одной стороны вдоль. Осторожненько переворачиваем на другую сторону. Вот разломали. Видите, здесь идет как бы пленочка. Вот здесь пленочка идет. Вот с другой стороны показываю. Смотрите. Здесь идет пленочка. Потихоньку, большим пальцем, просовываем большой палец потихоньку и потихоньку идем к краю. Идем к краю, подходим к краю. Потихоньку. Самое главное, чтобы здесь чуть-чуть было отверстие. Небольшое, тогда звук будет приятный. Вот. Видите, открылось. Немножко открылось. Вот такой вид имеет наш свисток. А теперь что мы можем сделать? Полевые испытания. Вот таким образом вставляем в рот и всасываем воздух в себя. В зависимости от того, с какой скоростью, силой вы будете всасывать воздух, получится такой звук.